Вообще-то это корабль переводит. Нет, корабль. Он же через Ай. Корабль. А кто направо еще пойдет, кроме Макса? Ну я могу божественной декой пойти, но она же медленная гусеничная. Хактор, а ты чем поедешь? Давай я туда. Пехотой. Ты полетишь? Я туда. О, то мое. А кто на горку поедет? Вот скажите, потому что горку сдавать нельзя. Ты. Давайте тогда. Тогда кто направо пойдет? Нет, нет, я пойду на горку. Давно там не был. На горбатой горе. Налиму кто-нибудь поставит? На горбатой горе. В поиске приключений. Вот не надо такие, вот такие вот не надо делать сразу заявление на горбатой горе. Я тогда не пойду туда. Поздно. Ладно, пофиг твой. Опять пропустил начало. Вы смотрите, исключат слопок. А что вы, кстати, думаете по поводу того, что теперь по 55, что ли, стали у евреев говночапаральки стоить? Говночапаральки. Ну так там и ракеты. Драконы. Поменяли. Да? Конечно. А вот на это я... Это я... Это они же не писали этого в логе. Писали, что заменили ракету А на ракету Е. Блин, а я их выкинул. Ага. А, стоп, по радио тот же? Самолеты... Она сейчас с двух ракет мне позавчера в ранкеде сбила Су-27М. Так, чпок, чпок, лежать. А радиус тот же? Нет. Это более совершенная чапараль. Ну, то есть нормальная чапараль. Ну, чапараль не курильщика. Ну, она есть, да, за 40, за 55 и за 70 топовая. А, ну еще не топовая, значит. Ну, ладно. А то я их выкинул, взял себе в какой-то веке никогда не попадающие, чё б ты там не говорил, хуйни. Как они не попадали у меня, так не попадают. Что-то я боюсь. Не очкуй, Славик. Ну ладно, только. Блин, я так иврит выучу. Так, а кто еще на эхо идет? Я вот сюда пойду. Какой еще эхо? Справа. Эхо. Там я, по-моему. Летит направо, поёбай. Куда? К тебе летит. По тебе. Налево тоже вылетает что-то. Да нахрен, а ёпперный театр. Чё-то они очень запоздали. А, нет, разброс. Это чем они так делают? Ой-ой-ой! Они прям знали, куда моя кишемка поедет. А, это... Да, живая и ладно. Ну, почти... Застряла в грязи, ну всегда вовремя. Ух ты, ни хрена туда прилетел. Сажай, як, сажай, родненький! И выжил? Давай, еще один. Залп, давай. А все, ракет нет. Слева очень много летаков. Справа тоже. И есть даже Ми-2 гневощ. А я всегда думал, говна будет. Ржет название одного. Так, на горочке полетел. О, бля, все, вертарашит. Вертарашит горочку. Слева? Нет, постеснялись. А кошемка приедет на эхо, нет? А кто-нибудь метку-то ставил? А где эхо? Справа. Второй раз говорю.
пуска. Противная тунгуска. Бля, ебучий вертолет. О, сколько карты на эхе посыпалось. Да, сейчас нас вынесут. Да. На эхо нужна помощь. Я на эхо подъехал, сейчас подъехал. Сейчас я подъехал. Бобро! Кышемку нафиг киньте. Да, да, да. Эхо свободно. Все нормально сейчас будет. Несем. Вам там помощь где-нибудь нужна кому-нибудь? Нет. Просто проверял. Все равно не кинули. Все, их от предрассудков свободно. Майка отжал. У нас или мы? А кто воюет на майке? Что так плохо, ребят? Помочь? Я воюю на майке. Темка тут сваливает. Поможет чем? Нет? Ой-ой-ой, 31-й. Еще не дай бог попадет, ведь. Сделал вид, что это специально было сделано. Еще раз арта на гольф. Что у вас там слева более-менее нормально? У вас кошемка там есть, да? Вот там, угу. Вертушку кто-нибудь на эхо пришлет снабжение, нет? Я тебе могу машинки прислать, снабжение. Машинки, да, ну, японский городовой. А есть чем-то у нас там против этого всего говна, который на эхо прилетел? Я могу подкопить против говна. Я не отказался бы. Сейчас я начинаю там копить. А то накупит всякого говнеца. Что мы взять? Тут кошенка сваливает пешком. Забавно. Гром.
убивать, да? Ой-ой-ой. Ну, парни, в общем-то, де-факто уже наигрались. Спокойно, туда уже пехота подъехала. Самолет на центр. Да ну и хрен с этим ГРУ. Арта на голь. Пешечка, пешечка. Сейчас все будет разбирать. Твою мать. Где мои там автоматики? Ё-моё. Ха-ха-ха-ха-ха. -2. Бедные грушники. Включи, Як, пожалуйста, этот снабжение слева. Огнетанк, огнетанк, ты на огонь прыжь. Я вижу, 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 вижу. Давай, разряжаем, мать. Ил-102. Да вы издеваетесь, да? Зато не по своим. Кшемку выбили. Пехотно. У нас вот тут была чья-то кшемка. Моя. Макса. Выбили. Нет, выбили. Она уже двинулась. Еще раз, арта. Части между гольфом и майком, а на эхо еще. Купили, наверное, всю арту, которая в запасниках была. И давай ей стрелять. Ой, блин, я думаю, что у меня танки не стреляют? Они кончились снаряды на пушке. Едут просто на другие танки и смотрят на это дело. Я уже взял, ну да, я взял, заказал 3 уже штучки кассетные, просто не доехали еще. Ну и, честно говоря, еще долго им ехать. Куда там пакет?
Так, на это я зашел под центр. Сераф, там где-то тунгуска сидит, именно в центре. Ну ладно. Я же на танке, чё мне тунгуска? Мало. Взлетал с тут говнобомберами своими. Да. Почувствовал волю. Проигрываем. Да. Кстати, вот в этот вечер с моей танкой я даже не беру. Свечу плазу. Почти. Почти светишь или почти базу? Тут одна машинка сидит. Тут 4 бета каких-то несчастных. Тут тунгуска, похоже. Ну вот мы тоже умеем стрелять по чужой территории. Отличненько. Кальтер, если я не прошу, не бомби, пожалуйста, войска, которые у меня атакуют. Он всегда так шутит. Не слушай его. Не надо так шутить. Да я про тебя чкал. Любит он на самом деле. И кто сказал, что я шучу? Чкалов шутит. Он же добрый. Охуеть. Ну что, у нас совсем нету техники справа? Все, мы приехали. Эта тварь даже в панике попадает. Назовите мне красное ПВО, которое попадает в панике. Да.
Ой, жгуть. Где это кошаем? Свечу базу. Ну, здесь 64-й огнетанк. Вот отсюда сейчас будет стрелять, да. Он целится. Что так там кошель мне нашли справа? Шемку я так и не нашел, что-то не могу понять, где она у меня стоит. Ну, в домике пехота. Пока. Там без вариантов. Бомбером вот сюда можно или артой? Или дым поставить? Сейчас дым поставлю еще. У меня там разведочка. Махляка, уха ухана. Сука. Ракету ты вон там факет. Мага. Вот сюда вот будет падать вот по этому радиусу. Кассетка. Пофиг, аккуратней. Вот по всему этому кругу. Блин, прям такой штурм их базы, аж вкусно, такого я давненько не припомню. Который я честно снимал. Куда он запрятал там? Да справа еще есть. Это последняя с дельтаубили? Нет, вот здесь нужно еще посмотреть. А точно? Справа? Ну туда какая-то одна уезжала, я не видел, убили или нет. Не. Сейчас с альфа можно будет вызываться. Поставлю туда к шеям. О, где-то здесь у них, вот, вот здесь. Осторожно.
Вызывает Сальфа. Там и Кошевенко. Возможно, да. Бомбану, пожалуй. Автоматиками, Алекс, аккуратно, там бомбардировщик сейчас будет работать. Торможу. Я вот сюда бомблюсь, если что. А, вон он. Вон он, на. Хитрый. Штаб до востребования. Давай. До свидос. Минус. Так их втроем? Они втроем остались, да? Скучно. Иди к синдрому. У нас нормально справа было. Да, справа.